На строительной площадке Усть-Явинского рудника наступила зима. Невооруженным глазом видно, как здесь все преобразилось. Меньше 2 лет назад на этом самом месте было пусто. А сейчас компания «Дальман Ханель Шахтострой» уже завершила монтаж компрессорной и замораживающей станции. Эти объекты готовы для сдачи Ростехнадзору. Запустили, так скажем, заморозку второго ствола, заморозку грунта. Вот, и сейчас у нас происходит, замораживающая станция работает в полном объеме, на полную мощность, замораживаются оба ствола. Номер 1 продолжается возведение надшахтного комплекса. В данный момент уже собраны шкивы, и в ближайшее время сотрудники компании приступят к навеске канатов. После того, как полковые лебедки, подъемная машина и лестница аварийного подъема будут закреплены на шкивах, надшахтный комплекс первого ствола примет свой завершенный вид. Сейчас происходит также монтаж стволовой сигнализации на полке и на самом, то есть, надшахтном комплексе. То есть, ну, будет производиться связь между машинистами подъемной машины и проходческих лебедок с людьми, которые находятся на полке. Стволе номер 2 производится монтаж каркаса надшахтного комплекса. Далее здесь последуют те же работы, которые сейчас ведутся на стволе номер 1. То есть это монтаж вентиляционной установки, монтаж шкивов, то есть там уже смонтированы лебедки, проходчески смонтирована подъемная машина. То есть работы практически ведутся параллельно, то есть с некоторым отставанием от первого ствола. Компания «Дальман Ханель Шахтострой» – это международная компания, и если изначально над строительством Усть-Явинского рудника трудились специалисты из Германии и России, то сейчас и этот проект принял статус международного. Вот буквально сегодня приехали специалисты из Японии на монтаж, значит, электрооборудования подъемной машины. Приехали специалисты из Африки, тоже шеф-монтаж на подъемное оборудование. После монтажа оборудования специалисты компании «Дальман Ханель Шахтострой» из Южной Африки будут принимать непосредственное участие в проходке стволов, обмениваясь опытом с коллегами из России и Германии. Thank you.
как только полностью запустится надшахтный комплекс, будет производиться дополнительная выемка технологического отхода ствола номер один. Этот процесс будет проходить вручную с помощью отбойных молотков и мини-экскаватора. И только потом компания приступит к буровзрывным работам.